Сегодня разберут или что? Тарас, опусти шторку. Все ручки взяли? Так, там чернила стоит. Куда идет? Ну, чуть ли ручки. Сюда, сюда ручки. Ну, вот сюда двинемся. Вот сюда двинемся. На сколько времени на вот эти моменты организационные? Так, пролазь вон туда. Пролазь, да ты тоже пролазь. Я вот здесь сяду. Потому что там за книгами я вас видеть не буду. Вот сюда иди. Полина, иди сюда, мы здесь все поместимся. Или что, да, туда, чтобы лицом ко мне не спиной. Вот стоят ручки. Кто отсюда ручки берет? Вы их сюда приносили? Принесли, положили, берете свою ручку каждый раз, чтобы не носить. А не так, что принесли трое, а берут семь. И получается, те, которые сюда положили свои ручки, у них теперь их нету. Можно меняться ручками, но количество должно быть по количеству людей, которые туда их принесли. Видите, здесь остались какие-то огрызки, карандаши. У всех есть теперь ручки? Так, давайте помолимся. Алина, подойди, Кайси. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наше занятие. Так, сегодня у нас будет тема. Ты писать умеешь? Ну вот, а зачем тебе листик рисовать, чиркать не надо? Так, тема о животных. Животные, как мы должны к ним относиться, что они для нас и так далее. Стихом из Библии, который будет к запоминанию, записывайте тема, число сегодня какое? 26 мая. И по центру пишем животные. Дома выписать и заучить. Притчи 12.10. Притчи 12.10. 12, двоеточие, 10. Сейчас я его вам прочитаю, этот стих. 12.10. Да, притча 12.10. Можете пока слушаете, его уже здесь записать. Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Так, Агнюша, прочитай. Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Притча 12.10. Притча 12.10. Кто может что-то сказать по этому стиху? Нестор, вот как ты думаешь? Ваня, сядь прямо, руку положи. Как бы ты истолковал? Да, не ложимся, не облокачиваемся, не наклоняемся. Сидите ровненько, спинку держите, приучайтесь. Руку не локтем, а вот так, как он делает. Покажите им, как правильно. Рука должна поддерживать это, а не ложиться на нее. Тетрадочка чуть-чуть наклонена. И потом, когда читают вот это в конце, чтобы все называли это, ни один не назвал. Почему он назвал? Может, не расслышал. Это очень важно, где вы будете говорить. Вы будете говорить авторитетнее патриарха. Если будете называть место Библии, это абсолютно бесспорно. Вы всегда будете победителями перед Богом. Вань, Нестор, скажи, что ты понял об этом месте? Разрешив сказать слово? Да. До меня дошло сведение такое, что вот это вот... Вы почему избрали сегодня такую тему? Ну, кто поймут они, для кого поймут, я поняли? Ее делаю. Собаку держат, 2 дня не кормили. Сведения самые отвратительные о вас идут. У нас рядом соседи с батюшкой живут. Уехали родители, наказали, теленок привязанный. Жара, 30 градусов. Воды нету. Теленок вокруг ходит, замотался, и голова притянута к штырю, к ломику. Он ходит, веревка-то наматывается. И он орет, стоит. Никого нету. Батюшка пошел. Пошел, воды принес, напоил. Это правильно? Правильно, но не до конца. Другой раз я вижу такое дело. Я не стал поить. Я первым делом по деревне бросился искать их. С гревку дал им, а потом к телятам привяжу сейчас за веревку, будешь до вечера стоять, пока отец не приедет. Все. А батюшка сделал, а не следующий-то ты должен выполнить. Скотина, она не может еще сделать. Нельзя вести себя так отвратительно по отношению к тому, в чем мы нуждаемся. Сейчас мы эту тему будем проходить, Игнатий, не торопись. Вам понятно, я говорю о ком?
То они там привязали, собака повесилась, задушилась. Безголовщина не одобряется Богом. Все животные в очах Божьих хороши. Бытие 1.25. «И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо». То есть Бог создал все, что на земле, творец неба и земли, и всего, что есть на земле. И он посмотрел на это и говорит, все это хорошо. Увидел сам Господь, как все хорошо он создал. Еще позволь-ка сказать, наблюдаю над этим человеком. Она совершенно не слушает, не знает ни скотину, не любит, ни птиц, ничего нет. Ее все боятся. Я иду за мной на улице, кошки. Иду в КГБ пошел, за мной 3 собаки. И сели, там не могут пройти начальники, еще собаки мои. Они меня сопровождают, чужие, по городу. А это как появится, где голуби все-таки на крышу могут сидеть от нее. Кошки в подпол все прячутся. Ты увидел что-то, птицу где-то там, суслик? Замри, посмотри, как он живет, какая жизнь. Прославь Бога, какое творение Божие хорошее. Ну нельзя так. Идут пыль за вами следом. Бог создал все на земле, и все это хорошо. Хорошо. И в Тавите 5.17 сказано, отправились оба, и собака юноша с ним. Собака с Тавитом пошла вместе. Спорят, что, например, если в доме живет собака, то она как бы оскверняет иконы. Как бы пес, вот, а иконы в доме оскверняются. Это неправильно. Потому что вот мы читаем, что собака шла с юношей. Но Библия повествует нам о другом. В данной книге говорится, что архангел Рафаил шел рядом с собакой, его это никак не трогало, не беспокоило. Архангел шел с собакой. Тогда не нужно приписывать иконам то, что у нас в испорченном нашем разуме. То, что нас не оскверняет, не может осквернить и наши фотографии, не может и осквернить изображения наших святых. Поэтому это уже придумки. Но желательно собак дома не держать. Ну, там какие-то есть маленькие, которые мерзнут. Собака должна жить на улице, в будке. Собака должна охранять, а не мучиться в теплом помещении. Да? Животные созданы, чтобы служить человеку, но это не дает права, чтобы человек жестоко с ними обращался. Они в нашей власти. Вот собака привязанная. Она не может ни убежать, ни найти себе пищу, там, да, ни поохотиться, ничего. Она полностью зависима от человека, от того, кто придет ее, накормит, отвяжет, погуляет, чтобы она побегала, размяла свои косточки, мышцы и так далее. Да? Обратно привязать, накормить, напоить, прочесать. Если заболеет, значит полечить ее. А тот, кто мучает животных, только потому, что эти животные ему принадлежат, и он считает, это моя собака, что я хочу с ней, то и делаю, да? Некоторые так рассуждают, это мой хомячок, это мой кролик, хочу кормлю, хочу не кормлю. Того называют тираном и трусом. Склонность причинить боль и страдания своим близким содержит в себе нечто сатанинское. Многие думают, что их обращение с животными, ну это их личные дела, да? Я вот что хочу, то я и буду делать. Животное не пожалуется, в суд на меня не подаст и соседям про это не расскажет. Но это неправильно. Мы знаем, мы как верующие, что Бог вездесущий. Он нас видит всегда и везде. И за жестокое обращение в том числе с каждого спросится на суде Божьем. Пока ищешь, я могу сказать. Так. Да. Иногда придумают, что ну, в городе нельзя это как-то. Ну, на 5-м этаже человек, как ему? Никак. Вот карасу побыл, у него собака. Он пограничник, на весь мир известный. И вот самое развитое, нигде не вылазь. Самое развитое животное в море – это дельфин. А среди людей живут, которые приручены, собака и лошадь идут на равных примерно. Что она выдала? Вы видели, как собака? Она стала у нас всю дорогу нас охраняла в путешествии. С ней поиграть можно. А люди как обращаются с собакой? Понимаете, что все это надо для себя иметь. Ты перед Богом. И птенцы ворона вызывают к Богу. Она говорит, не может собака сказать, не может. Но Бог-то видит. Это Божье творение, данное для человека, чтобы облегчить нашу жизнь.
Мне не один раз приходилось на это говорить. Нельзя, там-то другое. А псы едят крошки, падающие со стола. Так что, стол все время на улице стоит? Речь идет, и не оскверняло это. Могут возразить некоторые защитники животных еще вот что. Что скажет, надо вот настолько любить животных, там, вот прям чуть ли не как к людям к ним относиться. Это тоже нехорошо, когда собак чересчур там и дорогие одежды покупают, и какие-то лакомства супердорогие, и за стол за человеческий с собой садят, и прямо относятся к ним лучше, чем там к людям. То есть это тоже нехорошо. Животное, оно должно знать свое место, оно должно служить человеку, а не быть наравне с человеком или выше человека. Вот. Но не значит, что человек во власти его обижать и негуманно с ним обращаться. Могут так возразить, а вот как же люди гуманно обращаться, а как вот люди убивают животных и едят их, да? Ну, во-первых, нам не запрещено в пищу употреблять мясо, так? У нас нет запрета на то, чтобы мы ели. Это было разрешено в Ветхом Завете, там только было разделение, какие животные чистые, нечистые, какие можно есть, какие нет. В Новом Завете даже этот запрет был снят, то есть греха нету, если человек, ну не в пост, конечно, а поест свинину или другое животное, которое было запрещено в Ветхом Завете. Но курочка или там барашек, он же не может попасть на стол автоматически как-то, да? Его же нужно убить, его же нужно заколоть или как-то все это сделать. Что делать христианам? Найти. Что делать христианам, да, если такое происходит? Будет это убийство или нет? Убивают, специально держат для этого, кур задержат или что. Но убить нужно, если мы кушаем мясо, и нам это не запрещено. Убить нужно гуманным способом, без мучительства и без страданий животного. И безболезненным способом стараться, ну как, насколько это вообще возможно. То есть так, как оставляют некормленными животными, да? Или, как вот Игнатий Тихонович сказал, там запутался, на жаре стоит без воды. А, ну его же все равно мы съедим. Ну что, это не повод для того, что издеваться, не поить животное, не кормить, оставить на несколько дней там в стайке, в сарайке, и пусть оно голодное, мы уехали, ни с кем не договорились покормить, присмотреть. И еще такой есть момент, что покупают животных, например, как в подарок. Вот это слепое, неправильное следование китайскому календарю. Это, я не знаю, просто китайцы все, наверное, смеются над нами, когда над нами, над россиянами, когда празднуют их китайские эти календари, китайские праздники. Тем более у них там этот Новый год начинается где-то весной вообще, в марте или где. А у нас вот по китайскому календарю наступает, да он не наступает, по календарю он наступит гораздо позже. Нет, все равно. Год и там кролика, вот был год кролика. Поправь платочек, сейчас свалится. И что делали? И детям, и женихи своим невестам, и парни девушкам, и ребятишкам дарили что? Скупили во всех магазинах, это было просто нашествие какое-то. Вот. Маленьких крольчат, что символ года. Ой, все ми-ми-ми, мяу-мяу с этими. И что дальше? Пофотографировались, прошли праздники. Куда дели? Стали выкидывать просто, оставлять в подъезде. Уносить, подкидывать их в барнаульский зоопарк. Лиза все время засасывает нижнюю губу. Она уже привыкла вот так. Не надо. Ты будешь некрасивая. Не делай. Сколько раз уже делала замечание, она уже не может. Но наблюдайте за ней, помогайте ей вырасти нормальной. И потом выбрасывают их. То есть купили как игрушку ради удовольствия. Живая игрушка. Поиграли, а потом куда? А потом... А зачем? Мне надо на работу ходить. А я все, поехала домой, там студентка, например, да, я поехала домой, куда я дену этого котеночка или этого кролика? И просто оставляют, выкидывают, на мусорку выносят. А может кто-нибудь заберет? Так нельзя. Ну как так? А заберет, не заберет, от голода умрет, замерзнет или еще что-то, зима на дворе. Разве так можно относиться? А тем более, если человек верующий. Можно так, Леонида, или нет относиться? Нет. И, во-первых, что нужно тогда делать в таком случае? Во-первых, не покупать, не приобретать. А во-вторых, если уж он тебе не нужен, найди, кому он нужен, подари. В пачку корма вместе с этой подари. Скажи, я вам куплю корм, принесу все, клетку, если там этот мышонок или белочка, или еще что-то.
отдам еду, вы только заберите, ухаживайте, потому что я не могу, я не ухаживаю, мне нужно уехать или еще что-то. А лучше не приобретать, это не игрушку, купите мягкую игрушку, ее можно в кладовку положить и все. Животных ради удовольствия, это тоже грех. Какое-то удовольствие, это живое существо. Или родила кошка 6 котят. Ой, они такие хорошие, а собака 5 щенят. Ой, они такие хорошие, я их оставлю поиграть. Что значит поиграть? Они такие хорошенькие, миленькие, я их не могу. Все, оставляют. Проходит лето, вот они там в частном доме бегают, вот они где-то мышку нашли, где-то из лужицы водичку попили. К осени 3-4-5 месяцев, это уже взрослая кошка. 5 месяцев это уже почти не отличишь от взрослой кошки. Куда этих 6 кошек, когда их и так уже 3, еще плюс 6? В дом они все пришли. А все, зима, холодно, они идут в дом. Они уже не могут жить на улице. А ты зачем их оставила или оставил? Зачем расплодили вот это? Одно дело, когда они маленькие, сразу после рождения их убрать. И другое дело, когда им 3-4 месяца, это уже все, это уже, ну что, это мучение устраивать или что? А ради чего? А они маленькие, хорошенькие, мне их жалко. А потом? Нет. Вот это вот тоже грех. Нельзя так поступать. Животные безответственно их брать. Вот кто знает такое выражение? Мы в ответе за тех, кого приручили. Слышали такое? Знаете, кто это сказал? Снимите его. Кто сказал? Антуан де Сент-Экзюпери. Летчик был, писатель. Летчик и писатель. Вот в книге «Маленький принц» Алексей ему сказал. И он, да, сказал такой: мы в ответе за тех, кого приручили. Губа уже заползла опять в рот. Машенька, не надо. Опусти губу. Вот она уже не может, понимаете? Обратите внимание, она будет очень страдать потом. Это неосознанно происходит. Уже я хотел сказать вот про собак, как бывает. В доме приучают. Аллергия. Мы это слово не слышали. У нас вообще не был человек. Кошка зашла, там у двери далеко на улице. В храме сразу беспокоится. Аллергия. Как дует ветер. Я однажды этого человека попросил взять меня в машину. Потеряевку-то. Угу. Так он и стонался. Когда пришли, всю машину загадили, дышать нечем. Я кошку взял, вернулся, говорю: покажи, где. Нигде ничего нет. Даже волосинки нет. Она вычищена. Что ты придумал-то? Ну, она загадила. Где? Покажи. Хоть что-то, хоть грамм. Ничего нету. То есть в этом направлении человек, а дальше это отобразилось уже на семейной жизни. Жена любит, а мне не надо. Мыши бегают. Пусть бегают, кошки, чтобы не было. До развода. И вот они развелись, а собаку куда? Усыпить, укол дать. А эту собаку даром. А он что, ушел, оставил сына и собаку. Сергей Павлович взял и сделал из собаки чемпиона России. Ураган, с которым мы ездили. Это все от тебя зависит. Но вся тварь будет освобождена от рабства тления. Вот это колет на суде Божьем написано. Она воздыхает, она мучается с нами. Одевать некуда. Будет суд Божий, когда все станет на место, и скотину больше никто не будет трогать пальцем. Вот, мы в ответе за тех, кого приручили. Будьте ответственны. Когда просите кошечку или котенка завести у родителей, когда просите хомячка купить или белочку, вы понимаете, что это не просто интересное животное, которое будет вас веселить, бегать в клетке, там, купите ей там какие-то тренажеры этой белочки, все. Вы понимаете, что за ней нужно несколько раз в день обратить внимание, потратить время, накормить, вычистить клетку, а если заболеет, полечить. У Игната Тихоновича, помните, кошечка заболела? Так вызывает ветеринара. Натянула губу, заметь. Она не может ничего уже сделать. Ливия, поглядывай. Все, обратите внимание, помогите губу вытащить. Она ее заживала уже. Плакать будешь потом. Лечить, вылечил. Ухо у кошки болело, да, у вас? Ухо болело у кошки? А? У кошки ухо болело, ветеринара вы вызывали? Нет, она что-то другое было. С головой вот что-то? Мама приезжала, она, видимо, спрыгнула и ударилась. Так уколы мы с Володей сколько ставили. У нее маленькая головка упали, так на бок осталась. Ну, ничего, вышла замуж, котенка родила. Да. То есть, понимаете, ну, человек, раз он оставил, он ее кормит, он ее лечит. Вот пример. Хотя это, ну, казалось, что там кошка? Ну, заболела, умерла, закопали, да? Мне священник звонит, нет, говорит: а куда вы деваете котят? Я говорю: как куда? Он родится, он слепой, ничего не знает. Я пошел лопатой копнул, сколько их там? Одного оставили, если надо, а четвертую опять землю положил на место. Ничего нету.
Ой, а у нас на... было летом, на дачу уехали. Дальше куда? Она облезла, есть нечего. Она к соседям лезет, ее бьют. Что ты сделал с ней? У нас почему? Надежда Васильевна, я привез, когда слепые, сказал, смотри, выбирайте, кому надо. Мне заказали кошкой, и теперь надо бегать. Хотят. Привезли сюда, а те не взяли. Куда? А мне не нужно, не пойдет так дело. Теперь уж держи. И сейчас уехали, мы зимой 9 кошек кормили. Трое вот эти приблудные сейчас за мной бегают, они здесь от мышей охраняли. В Египте смотрели за этим. Убийство кошки, первое убийство человека. И их бальзамировали. Относились как к сакральное животное. Да, потому что считают. Без нее все съедают мыши, крысы. Самый экологически чистый способ бороться с грызунами – кошка. И погладить можно. Что интересно, глухонемые, когда показывают кошку, вот так ладонь, рука об руку гладит. И показать «я люблю тебя» – то же самое. Вот так вот. Да. Сначала не поймешь, то ли о кошке говорит, то ли о любви. В общем, поняли, да, знаешь, что нельзя так? И поклоняться животным, и уподоблять их человеку, и кормить их с ложечки, и вместе там спят с кошкой, там, ну, ладно, там пусть там они там в ногах кошки очень любят спать, вот, но не относиться к ним как к людям, а то и даже больше, но и не обращаться с ними жестоко, пусть это скотина, овечка, коровка, бычок, с ними нужно обращаться гуманно, кормить, поить. Если заболел, лечить. А если это животное, которое идет на убой, то гуманным способом его умертвить. Без издевательств, без мучений. Понятно? Нельзя. Нам, крестьянам, у нас запрет на мучение четкий. Ты мало того, что... Миша, я скажу. Когда спрашивали главного инквизитора, с чего у вас такая жестокость была, столько людей погубил. У меня, говорит, маленькая была обезьянкой, он ее жег на жаровне. Вот откуда появляется. В Греции была древняя Эллада. Мальчик 6 лет. Откуда он взял перепелку? Он обстриг у ней ножки, обстриг. Было доложено, заседал Верховный суд Эллады. И мальчика приговорили к смерти и казнили. От такого не должно быть потомства на земле. Вот как смотрели. Я не призываю ни к чему, я просто историю знаю. За перепелку мальчик лишился жизни. Поняли, что из него человека не будет. Это новый Чикатило вырастет. Он будет душить людей. А люди хуже всех. Вам не поздно говорить, чтобы детей берегли. Ну, еще я хотела сказать. Не меньше братья, не говорить. Скотина не меньше братья. Это помощники просто. А, кроме наших христианских заповедей и правил, а то, что нам нельзя жестоко обращаться, это не христианское чувство. Но нам еще нельзя жестоко обращаться с животными, потому что у нас действует еще и светский закон. То есть закон Российской Федерации, ну в каждой стране есть законы подобные об обращении с животными. И в нашей стране такой тоже закон есть, который все четко говорит о том, какие наказания даже человеку за плохое обращение с животными. При том, что там такие штрафы высокие, и если кто-то заметит, докажет и будет свидетелем того, что по вашему действию или бездействию животное страдало, получило увечья и погибло, накладывается штраф. Штраф накладывается на человека до 80 тысяч. А если происходило издевательство или жестокое обращение на глазах у малолетнего ребенка, ну, например, взрослый там человек издевался над кошкой, а дети видели, ну, например, там, да, соседи там во дворе издевался, и дети гуляли, видели это обращение. И если еще группа лиц, то там вообще и исправительными работами, и даже реальным сроком до 5 лет, в зависимости от того, какое было жестокое обращение, как, сколько человек и так далее. Представляете, насколько серьезно? Это не за убийство человека там наказание, а за обращение с животными. Поля, там к книгам не прикасайся, положи на стол. Я поставил книги, хочу сказать, это не просто. Мы отложили их, сегодня отправляем в Америку. Представь, какой груз. 35 килограмм. Все, уже оплатили. Только отправить. Поэтому всегда молитесь о том, чтобы распространялось благовестие через нас. И так, чтобы не было. Завели котеночка, а кто ухаживать будет? Ну, вы просили ухаживать. И почему там маму, папу ждете, чтобы ухаживать? Вы просили там хомячка, вы просили белочку. Ухаживайте. Она ваша. Найди, если вас нету, договоритесь, кто будет ухаживать. А так, что я не накормил, другой не накормил. А я думал, он накормит, другой накормит, и животное умирает от голода и от холода, это вообще не боже.
Для христианина это вот, пожалуйста, на ближайшей исповеди нужно в этом грехе покаяться, больше никогда так не. Спать лег, спокойно засыпаешь и знаешь, что собака не кормленная. А зимой, когда холода, собаку нужно утеплить, пройти посмотреть, даже простым картоном все щели забить, иначе она будет там в снегу в будке лежать, через щели снег попадает, соломы наложить. Бывает еще такую какую-нибудь тряпочку прибивают на вход в будку, чтобы она не выдувала оттуда тепло. Соломы туда побольше. И кормить. Если кормил 2 раза в день, значит кормить 3 раза в день. Теплым питанием выносить. Теплое питание пока не остыло, чтобы успевала собака поесть. На морозе хоть человек, хоть собака нужны для согрева калории. Правильно? А калории у нас откуда у человека берутся, Ливия? Из еды, из пищи, правильно? Откуда собака возьмет тепло и калории, если она голодная второй день? Понятно? И ниоткуда. Ниоткуда не возьмет, просто умрет от того, что замерзнет. Сытая собака не замерзнет, у нее есть калории, у нее печка внутри работает, кишечник перерабатывает пищу, вырабатывается тепло, калории вырабатываются. Все, уже запели? Запомните эту тему, стих на следующем занятии я спрошу. Праведный печется и о жизни скота своего. Хотите быть праведными? Исполняйте этот стих. Давайте я отнесу тетрадь. Потихонечку в храм заходим. Потом разберем. Потом разберем. Все, молиться идем. Исполняющего тебя милостивый, исполняющего благие желания.